Сережа пережил клиническую смерть. Ты мне был нужен там. Нагрузка на сердце не снижается, кислорода не хватает. Хоть какой-то шанс есть? Вопрос суммы. Сколько? 15. Найду. Я тебя очень прошу, не бросай, просто слов на ветер. Я только умею беречь жизнь людей. И если есть шанс, я буду за него бороться. Вы находитесь в отделе по защите свидетелей. Я буду заниматься организацией вашей защиты. Мне нужно 15 миллионов. Майор Свиридов, такая должность. А ты решил воспользоваться? Есть такой персонаж, Василий Ломака. Слил подельников, попал в программу. Мне нужно его новое имя. Я не сдам свидетеля. Придется. Я хочу убрать Свиридова из отдела. Мы же в одной лодке плывем. Только Илья в другой. Если под меня начнут копать, мне конец. Ты же меня шантажировал. Я делал то же самое. Думаешь, это легко, да? Жить под чужим именем, врать все время, кто ты такой есть. Они не преступники, а свидетели. Вытащите меня отсюда. Вы разрушили мой будущий враг. Все, что я делаю, это ради вас. Мне нужно больше времени. Значит, нужно найти это время. Найди его до завтра.